Всем здравствуйте, старик гиперборейский снова с вами, а также вместе с нами Инга Йорн и ассасины Аркадий Герасимович и Ингуська в красно-грязном колпаке. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Да, я поменяла колпак, а также штанишки, все остальное, но чтобы отличаться, то нас вообще можно было перепутать. А у вас, я вижу, опять какая-то новая пика, так? Ну да, новая пика. Прям держит, так всем показывают. Я на нее врагов насаживаю. Ой, понятно, пику, свою коротенькую кривую сабельку оставили, да? Безнадежную. Опять начинаете шутить. Насчет длины моей пики теперь не пошутите. Да уж, вы уж позаботились о том, чтобы прям комар носа не подточил. Да. Ну что ж, чем мы делаем сегодня? Чем мы сегодня займемся? Ну, в свете моего индивидуального прохождения мне вдруг внезапно захотелось получить полный сет наполеоновской армии. А для того, чтобы открыть там то ли штанишки, то ли что-то такое, нужно пройти задание «Совместная транспортировка Мирабо». Даже сейчас я могу многоуважаемым зрителям очень быстро это показать. Вот снаряжение, защита, по-моему, ног. Так, легендарные штаны бойца наполеоновской армии. Совместное задание транспортировка Мирабо. Тогда они откроются. Ну, может, они там не сразу откроются, а через какое-то время, потому что там три вида шмоток. Так что идем на транспортировку Мирабо. Согласны? Давайте. Я, кстати, видел, то здесь действительно стихи читали народ. Да, вот стихи читать. Еще перевел бы кто, о чем речь. Ну... Наверное, про революцию. О чем же еще? Так, совместные задания. Жертва, налет, политическое, бешеное. Совместные задания. Транспортировка Мирабо. 8 этих самых очков кредо. 3 этих самых легендарные штаны бойца наполеоновской армии. Добротный ремень горожанина, добротный наручи мушкетера. Это мне ничего не надо, но... Вдруг дадут все-таки сначала штаны бойца. Вот. Ну что, идем? Идем, только я помню, что это задание такое геморное. Ну, давайте. Ну, геморное, не геморное, как раз на серию. Думаю, что не на одну. А что не на одну? Тут палиться, не пались, какая разница, режь всех. Это же не наживо, где скрытно надо попасть. Слушаем. Пришла за мертвецом. Мирабо, предатель! Мирабо, бывший предводитель братства ассасинов и республики, ныне публично осужденный. Переговоры с королем – опасная игра. Мирабо хотел революции без крови. За что заплатил жизнью? Он был похоронен с почестями. Его останки находятся в пантеоне. Робеспьер раскрыл тайный сговор Мирабо с королем. Фанатики жаждут мести. Перекрыть все двери, все входы, до единого, чтоб никто не прошел. Если толпа найдет скреп Мирабо, тайны братства будут под угрозой. Нужно перенести останки в безопасное место. Нет, я не помню это задание вообще. Я помню это задание. Там так. Через крышу надо проходить. Так, ну, собственно говоря, что касается самого Мирабо, это в данный момент в моем прохождении он глава. Проберитесь туда и осмотритесь. Глава нашего братства, и он еще пока жив. И, скажем так, вот эта смерть его произошла в результате отравления, насколько помню. Этот квест я тоже еще не делал. Ну, немножко забегая вперед, в совместном прохождении, ничего страшного, я думаю, так считаете. Ну, да? Если по истории так все знают, что случилось с Мирабо. Ну. Так,
Я знаю здесь одно местечко. Тут варианты такие. Значит, смотри, можно через верх забраться. Можно через вот тут, здесь есть дверь. Видишь, он там, он стоит, жулик. Вон он, видишь, жулик? Нет, не вижу, потому что жулик для меня это не... Есть куча жуликов. Вот, один наверху, один чуть ниже. Ну, а, ты имеешь в виду через эту дверь? Да, ее можно открыть и попасть туда. Можно подняться через верх, там по крыше бегают. Ну, смотри, вон тут уже стрелок. Началось. У тебя началось. Так, стрелка наверху ты убрал, да? Конечно. А как же, денежки собираем. Денежки собираем. Так, ну там просто нам подсовывают всяких разных догони преступника, нафиг не надо. Не-не-не, да пошли тогда сквозь дверь, раз мы тут всех перебили, или что? Ну, пойдем. Мне бы еще хотелось бы очки синхронизации увидеть. Они все в этом пансионе. Не факт, они могут и наверху. Я знаю, что одно точно наверху где-то там. Ну, подожди, сейчас я дверь открою, наверное. Ой. Не умеет двери открывать, а я уже умею. Не, ну я-то двери открываю раз в неделю, и то. Раз в неделю, и то в туалет, да? Борисский, да что ж вы хамите-то мне сегодня с утра пораньше? Вы разозлились. Зачем вам это надо, скажите, пожалуйста. Будьте осторожны. Тамплиеры и их наемники так, тоже могут искать. Так, у вас совместное зрение установлено? Зачем совместно? У меня нормальное зрение есть, орлиное. Ну, оно обычно, чтобы не тратиться. Ничего. Национальная гвардия на подходе. Хотелось бы задержаться. Почему-то так, ну что, пошли, я тут вот этого уберу, вот тут справа от нас стоит. Ну, уже давай. Не знаю, куда себя деть. Толпа совсем тихая. Меня не пугает. Так, вижу два очка синхронизации. Думаешь, передние ряды сдержат их? Почему нет? Очевидно, надо забраться вот сюда, вот наверх. Надо, чтобы нормально искать, надо всех сначала снизу перерезать. Наверху там стрелок. Наверху стрелок. Так вот я говорю, может, я туда залезу? Давай, лезь, стрелка сними. Но там просто справа и слева еще стрелки есть. Так что не факт, что они тебя не это самое, не тру-лю-лю. Ну что, сняла, нет? Да подожди же ты, господи, гиперборейский! Ну, я иду есть? Потихоньку, давай. Осматриваюсь. Давай, снимай стрелка. Вот, молодец. Молодец. Иди, слезай сюда ко мне, иди. Ну? Ну иди по левой, что ли, стороне, там внизу чисти. А я вот здесь по правой стороне пойду. Полево, тут три человека. Это что за... И? Что это было? Ушел мерзавец. Ну и ладно. Дурачок, а? Тебе не сбежать, сволочь! Это тебе там тебе не сбежать, сволочь? Как с твоей стороной? С моей стороны все хорошо. Так, здесь тоже убрали, да?
Так, пошли колокола резанем. Ну, резай, это тебе же очки эти нужны. Так, а этот колокол другой, он ниже. Угу. Так. Теперь сейчас я очки синхронизации. А вон там еще совсем наверху стоит, сейчас что его нету. Не было никого там. Совсем наверху, вон туда прямо аж. Давай. Вот он. Голубчик. Так, я полез на этот. На самую крышу пантеона, ежели вы хотите, можете со мной. Каким образом вы туда лезете? Так, где-то здесь должен выход быть туда. Вон, по-моему, там напротив. Эй! Упали. А, ты не лезешь по колонне? А-а-а, какой ты. Нифига не здесь. Ой, ассасин. Ой, это же как картина же уже. Корзина, картонка. Маленькая. Ну, там должна быть какая-то дверь подсвечиваться или как? Разве не там? Не, значит, отсюда никак нельзя. Ну вот же дверь. Где? Вот я мимо нее пробегаю. Я, правда, не знаю, открывается она или нет. Но если не, она не подсвечивается, значит, не открывается. Не открывается. А с чего ты взял вообще, что можно через верх проходить? Я ничего не взял, я просто это самое думал, может быть. А. Что эти очки синхронизации, они, зараза, там наверху. Значит, надо выходить и лезть. Не, выходить сейчас нам не резон. Они здесь опять появятся. Ну вот. А, вот очко синхронизации. Ты здесь забрал его, да? Вот здесь. Нет. Вот где я бегаю? Я иду по кругу просто и все. Коллекционный предмет вы разблокировали. Вот здесь, вот, где я стою, ты видишь же мою значку. Мою значку видишь? Вот иди сюда. Твою значку вижу. Так, один из пяти. Угу. Так, сейчас, подожди. Да, двери все закрыты. Так, это внизу. Так, вот это наверху, я так понимаю. А, вот дверь наружу. Есть дверь, да? Да, вот она. Ну, значит, иди, хорошо. Иди за мной, говорит. Или это не дверь, подожди. А, нет, это не дверь. Короче. Подожди, а вот лестница наверх. Это ж наверх? Ну-ка, подожди. Да. А, ну вот, все, значит, есть. Лестница. Предупреждаю, гражданин, кого он там предупреждает, он меня не должен видеть вообще. Ходит стрелок, ходит. Бродит. Куда ты идешь? Хыть. Так, ну это понятно. Так, 2 из 5. Так, ушла? Ну я тут этих самых. Остановись! Я тебя быстро прикончу!
стрелки и эти самые всякие тут эти... Стреляют. Стрелки, которые стреляют. Хотя нам по большому счету, наверное, крыша-то особо не нужна, да? Два очка синхронизации. Угу. Где ж это-то, елки зеленые? Так, ну вот. Теперь вы можете спокойно искать ваше очко. Наверное, я не помню, с той стороны-то я прошла. Ну да. Не знаю, где. Вот оно наверху. Вот здесь. Галерея тут такая вот. На самом... Там я взял. Там я взял. В галерее я взял. Блин, прямо здесь где-то. Ой, нет, подожди-ка. Да блин, модерантисты гребаные. А где ты там вообще? Модерантист это нашел. Ну, я там с фасада пытаюсь собрать, а он меня не хочет. Ты тут откуда нарисовался? Тварь, блин. О, блин, гипербориски. Что ты там делаешь? Главное, где? Все? Да блин. Ясно. Модерантисты чертовы. Ну, раз никому не надо. Так, а здесь уже мне никак не залезть, к сожалению. А нет, залез. Зачем я залез, непонятно. Так, ну нам же сейчас надо будет это куда-то в подвал, да? Давай. Да, знаешь, в подвал, но я собираю очки синхронизации. Я просто соображаю, как это сделать-то человечески. Вот я хотел, там внизу есть этот самый запроход сюда. Да? Да. Так. Ну, давайте обежим весь пантеон. Пантеон. Ниже. Вот это. Вот оно, ёбки зеленые.
Я забыл, как его брать-то, ёпсельшмо. Как тут прыгать-то надо? В смысле, как прыгать? Здрасте. Подожди, Ctrl, что ли? А, тебе вот, надо на другую сторону перепрыгнуть, мне чтобы... нужно жопом вперед прыгать, понимаешь? Направляешь туда взгляд и делаешь прыжок. Мышку отводишь на противоположную сторону и делаешь прыжок, и он автоматически туда должен прыгнуть. Ни хрена. Да. Он прыгает по направлению взгляда, как бы. Какой-то особой комбинации клавиш там нету, чтобы он прыгнул назад. Как есть. Не хочет. Ну, как раз именно так и брать надо ее. Ну-ка, иди, покажи мне, как прыгать. Ну, я не знаю. Вот у меня тоже получается через раз. А где ты есть вообще? Ну, вот тут рядом. В смысле рядом? Ты на улице или внутри? Нет, внутри. Вот тут такая есть комнатушка. И вот там наверху эта хрень. Вот по дверям. По дверям залезать надо. Так. Вот, и отсюда надо прыгнуть жопом вперед. А иначе никак. Жопом вперед. Так, сейчас попробуем на ту сторону и. Так, и. Нет. Нет. Эх, надо все клавиши нажимать. Не помню я. Я помню, что да, как-то прыгали. А если просто выше... Потому что там, когда я буду искать доспехи всякого разного Тома Криминьона или кого-то, там же, когда в кафе внизу открывать, там вот там так именно прыгать надо. Там, чтобы добраться куда надо. А я забыл, как он прыгает. Ладно, хрен с ним, с этим очком, черт с ним. У меня пока не все знаю. Нормально с этими очками. Так, где-то здесь должна быть... Да вот я ж была там уже. Здесь вот. Вот здесь, по-моему, да? Да. Вот. Вот. А что это я его не обыскал-то, говнюка? А ты вообще никого не обыскивал, я там уже за тобой кое-что подобрала. 33 франка. Так, ну что, ты идешь, нет? Ну я уже здесь. Так куда ты пошел? С другой стороны. Не надо с другой. Вот, очко прямо здесь перед носом. Зачем с другой стороны? Там тебе идти надо через весь коридор. А здесь оно, вот оно уже. Ну и что, где оно перед носом? Ну вон, видишь, 25 метров. Достичь. Очко, что ли, тебе? Ёлки, я в сторону просто с той стороны шел. Какая разница? Очко, блин. Я бы там был, встал бы, а ты бы с этой стороны встала, спряталась бы. Так, и что? А, это просто достичь? Я думала, что это нам сюда и надо. Ничего, мы достигли же. Да нет, не достигли. Наверное, надо как-то... Чтобы найти тайный скрип, примените орлиное зрение. Да так, найдите ты. Символы, найдите и решите головоломку 3. Что-то, что подойдет к кольцу. Ну, так, короче, дело к ночи. Их надо перебивать, короче, да? Сейчас перебьем, подожди. Сиди тихо, никуда не рыпайся. Я его заразил, пускай. Все они там друг друга перемолотят. Роялисты. Модерантист бьет, молодец. Ну так это этот же с петухом на голове, с пером вернее. Да, я заразил толстого. Ну да, да, а который с пером на голове, он же тоже сильный. Ничего, все позаразились, нет? Оба толстых, по-моему, заразились, они оба бьют этого с пером. У меня только один. Я не вижу, я просто по их... По их поведению. Ну, с пером они его не убьют. Он ловкий гад. Ага, он кувыркается. Нет. А, да, нет, они друг бьют, друга бьют. Бьют моего толстого зараженного. Ой, еще пришел.
Может их отстрелить? Так, одного убили. Не надо никого отстреливать, сейчас они успокоятся. Ну, посмотри, мелкий-то какой шустрый, а. Он его бьет, а этот защищается. Оп, да? Обалдеть, ага. Ну ты хотя бы это другого-то хоть бы прибил. Че ты на этого? Хоть попал. Этот прям только кувыркается. Эх, отхватил. Чбынс. Ну давай, зелье должно придать себе бодрости. Чего он этого другого-то не может прибить? Не знаю. Он же вроде тот хлипкий. Ну, видишь. Все. О-о-о-о-о-о. Шанс. Я заразил мел этого шустрого. Да-да-да-да, я поняла. Может, там и тот откликнется теперь толстый, который там. Все равно до Бержерак. Причем здесь все равно до Бержерак. Смотри, какой он. Бьет и бьет его, бьет и бьет. Наоборот же должно быть. Куда делась-то шустрость того? Да. Опа. Не попал. На, только огреб, блин. А тут защищается. Ой, нет, все, у меня игра свернулась. Shift F2. Ну вот сейчас посмотрим, кинет меня или нет. Соединилась к выполнению задания. Да? Ага. Ну вот и не надо никуда выходить, наверное. Посмотрим. Прогрузится. Не, просто всех уже так все хорошо перебили, переделали. Ну что, по новой-то на колу мочало. Так, запретная зона, пантеон, это он. Это он. Это он, это он. Ленинградский он пантеон. Что ты там делаешь? Дверь не хочет открывать, зараза, почему-то по какой-то причине мне неведомой. Да? А что ты вдруг зеленого цвета стал значок у тебя? Не знаю. Был же синего. Ну да. Синий был твой у меня всегда, а я себя теперь вижу зеленый. Эй, зеленая трава. Какая разница, товарищ? Зеленый, значит, зеленый. Так, тебе надо открыть эту трех... Да и мне, я и сам могу открыть, просто она не открывается почему-то. А тут этот жлупень. А, да, слушай, да, и я не могу, там нету этой точечки взаимодействия. Ну вот у меня тоже взаимодействия не было. Странно. Как ни странно. Странно, вот сейчас, если странно, здесь не будет взаимодействия, странно. А вот здесь есть. Здесь есть взаимодействие. О, началось интересное. О. Сейчас, в смысле интересное? О, раз. Ай, ты чуть-чуть. Что? Аркадий Герасимович. Аркадий Герасимович, ха-ха-ха-ха, то это ингуси, замки не умеет открывать. Вон, посмотрите на него. Я-то с двойным тройным. Да, конечно, конечно, оправдание всегда найдется. Вот видишь, а у нее тройное открытие замков стоит, блин, там по 5 минут. А кто тебе мешает поставить тройное тоже там? А в эту девятую часть надо проходить. Ну так проходите. Я ж не могу так быстро. Ну так, конечно, ну, что, вы только погонять умеете. Мастер разгадывания загадок. Не знаю ничего. Да? У меня сегодня незагадочное настроение, да. Ладно, рассказывайте, что делать надо. Я помню, что тут что-то надо куда-то двигать, какие-то значки, куда-то, чего-то. Значки тут видны на стенах.
И это все поедет сюда. Ну, вот тебе же написано, найдите символы и решите головоломку. Значит, тебе надо найти символы, понимаешь? А, ну, нет? Символы я видела уже где-то. Ну вот. Где-то они тут были, вот символ. И что с ним делать? Вот надо он. Надо его найти, надо найти. Ну вот, нашли. Так, это дева, насколько я понимаю, да? Наверное, а у меня почему не засчиталось? Не знаю, чего тебе там не засчиталось. Ну вот. Вот. А один символ есть. Второй был где-то там в начале. Вот здесь вот где-то он был. Так, баран, вижу барана. Так, второй. Вот еще один. Где еще один? Ну, где я бегаю? А ты бегал здесь и видел барана, да? Ага. Ты какого барана видел? А вот он. Три кольца. Три символа. Есть некая связь. Три кольца. Тра-ца-ца. Оп-ца-ца. Так, на внешний это... Где? Так, вот она, твоя дева. Это внутреннее кольцо. Надо понять, какое двигается, каким, да? Деву вот сюда, направо надо, вот сюда. Вот. Барана надо налево. Ну да, все надо составить один под один, и чтобы они вот туда вот поехали. Какой сейчас двигается? Внешний? Что там едет? Да, внешний едет. Что там? Вот это надо за спину себе поставить, я понял. Нет, вот наоборот, сюда, чтобы вот так вот он шел. Разве? А, это за спину надо. Ну, ставь за спину. Мне кажется, что... А подожди, или их надо вместе просто составить? Их надо составить все вместе, чтобы они шли вот сюда вот. Вот же тут, видишь, такая вот дорожка идет к этой двери. Соответственно, сюда их надо поставить. Все, я просто слишком уж с Каримом впечатлился. Там-то надо деву к деве, там, знаешь, вот это. Ну, медведя к медведю. Да. Этот коготь. Драконий. Ну, вы сумели взять тот значок, который надо было попом брать? Нет. Что-то, зараза, не это. Взаимодействие. А, вот. Чего? Заело? Ну, он еще не доехал, уже все выполнено. Так, ну вот и дверь, пойдем. Так, там тоже будут упыри, вряд ли, наверное. Нет, там не будут, мы просто когда будем выходить, а здесь полный зал будет этих. Только уже не простых краснозадых вот этих, а стражников. Угу. Ну, вот он. Великий Мирабо. А чё они не могли это самое, какую-нибудь помпу поставить, воду откачать? Так, ну чего вы замерли? Я смотрю просто, может, что есть. Ага, привыкли к Скариму. Сундучок, да? Да уж, задачка была не из простых. Пора уходить. Да, господи, фигня. А подкрепление уже прибыло. Вон, я даже слышу. Почему какой-то там вопли?
Спасибо, помогли. Но теперь придется пробираться мимо всей Национальной гвардии. Так, подожди, дай-ка я сейчас помечу. Что это? Вот этот у меня значок вот раз. Не отмечается. Это вход. А это вот это где прыгать. Еще два получается, что ли, значка. Вам виднее. Вам, как говорится, и карта в руки. Ладно, карты в руки. Сейчас просто их перережем, да и все. Там видно. Мне просто хотелось бы все-таки забрать значки. Ну, забирай. О, понеслась душа в рай. Лофта. Как же кредо. Ну, кредо. Кредо это надо одному играть, когда один играешь, тогда никто тебе не это самое. А то всякие... Конечно, еще палят и мешает. Меня. Конечно, да. Палят. Нехороший человек в гипербарейске. Так, ну вот это я забрал очко. Да, вот там было, которое... А вот теперь есть, чтобы открыть эту решетку. Да. Но я не буду открывать. Давай я открою. Открой, если хочешь. Вот для этого очко я забрал. А нам туда нужно выходить? Нет, не нужно. А зачем мне туда? Ну, нам наверх надо выходить. Пошли. У меня, получается, осталось только одно очко синхронизации. А, вот здесь еще что-то такое. Раз, то так, опа. Можно зафигачить. Так, это мы сюда пришли, а нам вон туда надо. Вот. Я за тобой хожу. Правильно делаешь. Если бы вы еще шли, что куда надо. Что это было? Странно, сейчас тебя поймают. Не? Думаю, это не так важно. Покойся с миром, труп. Гражданчик. Правосудие, гражданин. Вам не составит труда потянуть за рычажок? Подожди, а ты колокольчик-то срезал? Да. Молодец. А за рычажок? Я всегда за рычажок потянуть. Давай. Ага, чтобы ручки обжечь мои. Да? Идем. Выберитесь из пантеона. Там наверху тоже нас ждут. Так что они... Ну, я вижу. Ну, вроде там так как-то. Не сильно сложно. Угу. А, слушай, давай-ка этот, как бишь его. Опс. Сейчас, тихо. Чего? Сейчас. Заразиться? Раз, два, три, четыре. Не-не-не. 4, по-моему, 5, да? Нет, 1, 2, 3, 3. Что ты там ищешь? 1, 2, 3. Блин, чего она не срабатывает-то? Может, нету просто у тебя часов? А, нет, надо поближе подойти. А что ты хочешь? Переодеться? Да, переодеваемся и просто тюнь-тюнь-тюнь отсюда. Ну, для этого надо подойти поближе, чтобы было с кого скопировать. Вот, пожалуйста, вот, пошли. Мирабо, ищите его! Мирабо, ищите его! Вы не нас остановите! Вы знаете то же самое, что вы знаете! Найди Мирабо! Такие два офицера идут! Где Мирабо? Назад! Пустите! Выдайте Мирабо! Предателя! Мирабо, роялист! Мирабо, сюда!
Ты смотри, маскировка продержалась. Так, легендарные штаны бойца наполеонской армии мне выдали. Мне выдали эти штаны, за которые я хотел бороться. Поздравляю. Ну, правда, я не забрал еще 2 очка синхронизации. Ну и фиг с ним. Ну, в следующий раз зайдете. В следующий раз сделаю. Да. Так, ну что у нас сегодня еще? Да я думаю, что достаточно, наверное, на сегодня. Сегодня достаточно? Да, тем более меня выкинули из вашего мира. Нет, из нашего мира вас не выкинули, не переживайте. Ну как не выкинули? Выкинули. Ну как же выкинули? Ну вот как им кверху гиперборейски выкинули? Вообще ничего не видите, что происходит? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Мирабо Пантеон. Ладно, потом почитаю уже это Мирабо Пантеон. Сейчас, подожди, игра с друзьями. Так, пригласить игроков. Инга Йорн, пригласить в игру. Так, доступ в базу данных. Мирабо и Пантеон пока почитаю. Со смертью Мирабо встал вопрос о том, ну, влезла сюда, как почитать великих людей, ковавших революцию. В день 4 апреля 1791 года церковь Святой Женевьевы превратилась в пантеон великих людей, а на фронтоне здания появилась надпись «Великим людям благодарная нация». Но в 1792 году во время Тюильри был во дворце Тюильри был найден железный сундук, в котором, помимо прочего, лежала переписка Людовика XVI с Мирабо. Его имя было опозорено, а останки вынесены из пантеона. Позавидовали его неумеренности в женщинах. Осетра. Покупайте осетра. Ну что ж, давайте на сегодня мы с вами попрощаемся. Ассасин Ангуйска залезла на карету и хвастается там своими стройными ножками. Карету, мне карету. Так, спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания. Встретимся в следующей серии. Чем займемся, я не знаю, но чем-нибудь обязательно займемся. Еще раз до свидания и... И пока-пока-пока!